Продолжаем нашу битву. Так, осталось у меня не так уж много динозавров. Но 5 боев гарантировано. Так. Вот так. И вот так. Так, уже неплохо. Неплохо, мне нравится. Уже по 1000. Да, мы... А то соперники у нас уже помощнее попадаются. Давай, 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 давай. Так. Ну вот, 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 вот. Но мы в лучшей ситуации. Это радует. Наши динозаврики будут посильнее. Кто против нас играет? Какая-то девушка с надписью «No». Да, «No». Но тебя это не спасет. Приготовься к поражению. Так, что-то я спешу куда-нибудь. Куда-то. Атакуй на 2. Так, я атаковал на 1, она атаковала на 2. Я атакую на 1 и защищаюсь. Я сам тут куда-то поспешил. Надо мне кричать «No, no, 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 no!» Да, вот так бы я, если бы атаковал, каюк был бы. Ну и сейчас у нас все на волоске. Так, 5 из 6. 1 балл остался. Хорошо. Победа близка. Блин, жаль, что за один удар не можем атаковать. И давайте на всякий случай. И вот так. Супер Флаффи против птеродактиля. Конечно же, шансов нет. Мне на 2 удара больше. Ура! Мы завалили за 50. Мы уже в первой 50-ке в нашем виртуальном турнирчике. Так. Что у нас здесь есть дальше? Так, есть мясоеды, мои любимые. Там есть птеродоустра. Так, хищник. Ну, давайте птеродоустра сюда вызовем. Здесь у нас же все-таки самые слабые остались. Так, и ну и не зря мы вызвали. Противник вообще ядрено силен. Ну давай. Что? Ну. Один. Ха! Трусишка. Три балла и атакуют всего лишь на 1. Давайте немножко его пожуем. Полностью открылся. Смогу ли я его завалить за один удар? Да смогу. Фух, вообще легко. Так,
один, раз, два, три, на всякий случай. Удар виноптера я еще не привык, какой у него удар, не знаю, 3-4 уровень, все-таки очень силен. Два, да, два, два, ну, нет, два я мог бы выдержать. Лишний балл поставил в защиту, конечно. Но мой уничтожитель Индоминуса справится и с Дарвиноптером. Но не в этот раз. Ура! Победа наша. Атакует на 4. Осталось у него 2 балла, а у меня будет 6. Значит, мой уничтожитель Индоминусов справится с Крутозавром. Так, ну мы потихоньку подбираемся к шестому десятку баллов. И кто же у нас здесь еще остается? Так, остаются у нас травоядные. Травоядные и в основном мясоеды. Так, допустим, травоядные, это вот так вот как-то сходим. Какая-то корявая троица против амфибий и летунов. А это что такое? Ну вообще, как видите, бывает супер сильный кто-то попадется, бывает какой-то доходяга попадется. Сложно догадаться, что такое произойдет. А эти два динозаврика у нас очень похожи. Анкилодок и паразавр. Оба шипастика, оба длина шеи и оба в одинаковой почти раскраске. Так, мы два удара можем выдержать. Нам не страшно. Пора делать так. И вот так. Вау, 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 полегче, полегче. Зачем так больно биться? Так. Ну и все. С чего начали, тем и заканчиваем. Не страшно. Даже 4 не помогло бы. Блин, я играю уже реально, наверное, час. У меня телефон уже горячий, я его таким горячим еще не помню. Надо пойти и выпить чаек, наверное, перед последними нашими сражениями. Ура! Ну что, ребятки, последний марш-бросок, последних пару боев. Так, сколько у меня осталось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 динозавров. 7, а нужно... Черт.
7 динозавров осталось. Ладно, ладно, ладно. Если у нас идет мясоедик, хищник, против него сильная амфибия. Короче, вот так. Прогуляемся такой вот. Может, у меня есть уже какие-то динозаврики, у которых вот-вот-вот-вот освободятся. Мы их купим тогда. Ну, а если нет, значит так и будет. Вот беда. Идем дальше. Хорошо, что динозаврики вот сейчас уже, когда игра вот так вот вылетает, динозавры наши остаются свободными. То есть это уже хорошая доработка. Блин, что нам таких слабых дают? Вы помните, с какими мы сражались? У нас второй бой дают нам таких доходяг. Я за два удара его Таникологриусом положил. У меня 5000 жизней. Что ты хочешь? Саркозух ты, глупый. Туда же. Так, сейчас я выпущу у Найринха, и будет просто капец этому дракону летающему. Да, он опять впритык хватило. 4, наверное, не хватило. Зато быстрый бой. Люблю такие бои, которые проходят очень быстро. Почему такие слабые соперники у нас идут? Подбор, конечно, тупит временами, как видите. Так, ну почти 600 набрали. Да, ну не так уж много. Нам не хватило буквально 4 боя. В принципе, может завтра я смогу занять первое место. Так, давайте смотреть, у меня осталось 4. Так, есть ли кто-то, кто мне может освободиться очень быстро? Никого нет. Всех там от 100 долларов и выше. Ну вот птеродактиль 69. Два птеродактиля по 69 можно освободить. Мы, наверное, так и сделаем. Возьмем вот так. Давайте возьмем птеродактиля за 69 баксов. Где ты, шаровый птеродактиль? Птеродактиль. И мастодонзавр. Думаю, должно быть все в шоколаде. Блин, ну вот какие слабые пошли. Смотрите, какие слабые идут. Я в шоке. Если бы они такие шли раньше, так, блин, а... Я бы был уже на первом месте. Но он сменился, а зачем? Никто же не подумает, что я за два удара его могу съесть. Нельзя меняться. Нужно или защищаться, или переносить баллы. Да, почему-то против моих самых сильных динозавров мне суют каких-то дохликов легендарных. Даже 4 удара его не спасают. Если бы я подменился на птеродактиля, я бы его убил за один удар, поставил бы защиту и не потерял бы ни одного динозавра.
Так, ну, атака на 7. Короче, ребята, все вокруг протестует, уже программа записи протестует, перерывается, игра вылетает, говорит, хватит меня мучить, сколько можно драться этими динозаврами, иди уже отдыхать. В общем-то, мы сейчас так и сделаем, вот только одного птеродактиля купим, он просто самый дешевый. Ух ты, о, 78 даже. А можно двумя пойти динозаврами? Блин, что-то я не помню, не проверял. Или обязательно три надо? Ё-моё, ну кого нам дают? Вообще капец, слабыми. Какие слабые динозаврики-то? Да. Так, побеждаем одной раджи стегой. Как эти ребята оказались так высоко в списке? Ну, хотя мы... Не, неправда, неправда. Мы же деремся-то не с теми, кто в списке. Мы деремся с кем-то случайным. Так, я тут любого динозавра с одного удара убиваю. И Тирекса, и Метриолонга. Ну, правда, апатозавра за два. Удар у него вообще смешной. Так, ну вот и все. Закончились мои динозавры. Мы остались... Ну, блин, а близко-то мы остались. 650, мне еще два боя. И победа, ребятка, два боя. Два боя. Блин, ну реально два боя. 50. Да. Ладно, давайте сейчас будем что-то думать. Ну, дорого. Дорого, ребятки. Купил я, в общем, таких, ребятки, динозавриков. Обошлось это мне, наверное, долларов 300. 400. Но ничего. Попробуем, попробуем занять первое место. Это интересно. Так, ну у нас соперники не сильные вроде как. 800, все нормально. Ну что там, в гавани баксы мы отвоюем. Тем более запас у нас есть. Так. На, сражайся с ним. Будем сидеть в глухой обороне, так сказать. Он тоже накапливает баллы, целых 8, ну и что? Слабак. А всего лишь на 8 проатаковал и всего лишь убил бы всего лишь 2 апатозавра. У меня было 7000, а он ударов нанес на... Так. Он там сильно будет биться.
этот гаденыш. Ой-ой-ой, я не посмотрел, что он на ринг там есть. Там же он на ринг. Вот гаденыш. Пять атакует на три. Так, пять. Атаковал на три. У него оставалось 2 балла. Раз, раз, два. Он их поставил в защиту. Блин, у Птеродоустра мало жизни, ребятки. Мало жизни. Ну что ты будешь делать? Дам, ребятки, ну, блин. Ну, по крайней мере, динозавры мне остались свободными, наверное. Бой тут, конечно, мы проигрывали. Ага, болта. Все занято, ребята. Все занято. Птеродактиль. Крутозавр. И урхозавр. Вот гады. Опять пришлось потратиться. Эх! Что у нас... А, теперь смотрите, противники теперь у меня ядрен батон сильные. Битва травоядных. Так, так, что происходит? Атака на 2. Произошла. Так, еще атака на 2. Так, время нам атаковать. Так, не знаю. Блин, не добью, да? Не, добил. Ух. Так, проатаковал на 2. О, так я его могу добить сейчас, да? Раз, два. Раз, два. Раз. Так, так и так. Сейчас посмотрим. Ну все, мы победили. Дорогая победа, конечно. Ура! Пятое место, ребята, пятое. Ну что, ребятки, надеюсь, идем в последний бой. Опять идем вот такой вот парой. Она просто самая дешевая, точнее пара. Троица. Трио такое. Надеюсь, справимся.
Должны справляться, потому что нам попался слабый соперник. Так, он ударил на один. Так, так, так. Один, один, один. Я вот думаю, что делать. Ну, давайте так. Пусть еще может ударить на один. Еще ударил на один. Так. Могу ли я его сейчас завалить? Даже не знаю. Вот так. Вот теперь уже у нас порядок. Так. Отлично. Справились. Ждем молчание. Тревожное молчание. 4 балла. Время заканчивается. 4, 3, 2. Походу он сдался. По-моему, каюк. Раз, два, три. Сейчас я урхозавром здесь всех порешаю. Какие-то задержки такие непонятные. А где звук? Что-то они рычат как-то плохо. Нет, таки он решил нас проатаковать. Но наш недобитенький птеродактиль приносит нам победу. И мы занимаем первое место. Правда, почти штуку баксов пришлось потратить. Не, где-то тысячоночку мы потратили. У меня же один раз-то игра вылетела. И два раза пришлось покупать по 100 с чем-то баксов. 400, 400, где-то 1200 я потратил. Но это только для того, чтобы занять это первое место. Yes, ребятки, вот оно наше долгожданное первое место. Фух. Больше часа боев, и мы таки заняли первое место, и ну хоть поедим мясо на 60 тысяч. Все, ребятки, на этом. Фух. До скорых встреч.